Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Филиал предприятия «Газпром газораспределение Оренбург» в городе Оренбурге сообщает, что в связи с плановыми работами на газопроводе в период с 8 до 22 часов 25 мая будет прекращена подача газа по адресу улица Турбинная, дом 29, 31, 60, 60/1, 60А, 66/1 и 68/2. Абонентам следует перекрыть краны перед газовыми приборами. По всем вопросам обращаться по телефонам 04 или 104. Ремонт любой бытовой техники. Обращаться Хабаровская 113/1. Телефон 90 90 90. Форель Эриклинская охлажденная. Оптом и в розницу. Телефон 25 23 08. Требуются скотники и трактористы. Телефон 8 903 392 0545 или 220545. 45. Организации требуются водители категории С, Е. Вахты в Казахстане, Оренбургской и Челябинской областях. Звонить по телефонам 8 965 692 60 21, 8 965 692 60 13 или 8 965 692 60 03. Требуется дорожный рабочий, зарплата от 40 тысяч рублей. Проживание, питание, спецодежда предоставляются. Объекты в Оренбургской области. Трудоустройство по Трудовому кодексу. Прямой работодатель. Телефон 8 929 714 77 97. Требуются монтажники и ЖБК. Вахта 15 через 15. Зарплата от 35 тысяч рублей. Объект в городе Оренбурге. Проживание, питание, спецодежда предоставляются. Трудоустройство по Трудовому кодексу. Прямой работодатель. Телефон 8 929 714 77 97. Требуется водитель на грузовой самосвал «Шахман». Звонить 27 19 84. Требуется помощник по хозяйству, сад-огород, уход за животными, уборка территории. Возможно, с проживанием. Телефон 90 24 24. В столовые города Оренбурга требуются заведующий производством, повара, работники кухни, грузчики. В столовую в городе Ясный требуется инспектор по кадрам. Обращаться по телефону в Оренбурге 48 20 04. На постоянную работу в организацию требуются водители грузовых самосвалов с категориями Б, С, Е, машинист экскаватора-погрузчика GCB, машинист фронтального погрузчика и разнорабочий. Оформление по Трудовому кодексу. Телефоны 96 65 58 или 27 65 58. В автомойку требуются автомойщики. Звонить 8 903 367 97 84. Требуется сотрудник в офис со знанием программы Coral Draw для работы на витражном столе. Звонить 8 950 186 48 44. Требуются работники на ферму, желательно семейные. Жилье предоставляется. Телефон 25 58 58 или 8 903 395 58 58. Предприятию «Оренбург ТСИЗ» требуется машинист буровой установки. Оформление по Трудовому кодексу. Звонить 43 20 85 или 43 85 20. В компанию «Транслист» требуются водители категории «Д», водители погрузчика. Телефоны 53 85 03 или 8 922 552 31 63. Требуется продавец колбасных изделий с опытом работы и санитарной книжкой. Телефоны 38 83 05 8 922 544 20 46. Вахта в придорожное кафе-мотель требуется повар, горничная, бармен, мангальщик. Зарплата от 2000 рублей в день. Проживание, питание, проезд, соцпакет. Звонить 23 04 26 или 8 905 819 04 26. Требуются торговые представители. Большой выбор направлений. Телефон 8 987 115 06 72.
В управляющую компанию требуются уборщицы подъездов, сметчик-строитель, электрик, дворник, водитель с личным автомобилем. Телефон 43-00-33. Требуются оператор 1С и менеджеры по закупкам. Обращаться по телефонам 42005 или 8-987-115-06-72. Требуются грузчики на склад, водители категории Б, С. Телефоны 42005, 8-987-115-06-72. В ресторан «Изюм» требуется мойщик посуды. Телефон 8-961-914-07-40. В мясной магазин требуется повар-рубщик-обвальщик мяса. Звонить 8-909-610-2803. В мебельный цех требуется рабочий. Телефон 96-75-02. Требуются охранники, вахта, звонить 77-62-36. Требуются рабочие, телефон 92-45-23. В цех по производству стеклопакетов требуются рабочие, телефон 99-05-15. Требуется продавец, звонить 38-77-77. Требуются водители категории Б, С, тракторист, разнорабочие. Телефон 8-987-882-63-64. В клининговую компанию требуется разнорабочий. Телефон 30-20-10. В поселок Южный требуются пилорамщики, помощники. Оплата 600 рублей за кубический метр. Телефон 250-617. Организации срочно требуются водители категории CE для работы на автомобиле с прицепом в пределах области с опытом работы на иномарке. Телефон 8-922-625-94-65. Требуется уборщица в автосалон по улице Волгоградской. Телефон 43-73-73. На производство требуются машинист мостового крана, электросварщики, слесаря-ремонтники, арматурщики, формовщики. Обращаться по телефонам 53-84-70 или 27-00-28. Требуется грузчик-диспетчер. Телефон 25-12-59. Требуются изолировщики на термоизоляции с опытом работы. Телефон 60-69-24. Требуется кладовщик-грузчик. Звонить 8-961-911-35-44. В компанию «Миркровли» требуются грузчики, зарплата от 20 тысяч рублей, сварщики от 25 тысяч рублей. Телефон 8-912-843-95-30. Требуются охранники. Звонить 28-01-05. Требуется пилорамщик, телефон 8-951-039-97-34. В столовую требуется повар и работник зала, телефон 45-98-98. В организацию требуется уборщица, звонить 30-20-10. Требуется бухгалтер, телефон 23-01-61. Требуются лицензированные охранники 6-го разряда. Телефон 8-932-554-96-41. Требуется повар и продавец. Звонить 97-09-21. Требуются грузчики, телефоны 29-49-65 или 8-987-344-78-65. Требуются сборщики окон ПВХ, разнорабочие. Звонить 92-11-26. Требуются сезонные рабочие, зарплата 21 тысяча рублей. Телефон 26-01-67. Требуется сиделка в поселок Бёрды. Звонить 8-961-913-71-81. Требуется дворник, оплата 18 тысяч рублей, развозка, телефон 30-20-10.